Доброе утро, я Юрий Афанасьев, и сегодня я расскажу вам, как устранить боли в поясничном отделе позвоночника. А они встречаются, к сожалению, очень часто. И помогут мне в этом Даша. Доброе утро, Юрий, а также Тамара и Марина. Вы научитесь сегодня за 2-3 минуты устранять любую боль в поясничном отделе. Садимся ровненько, сели, руки взяли в замок, развернули от себя вверх. И выполните, пожалуйста, полный вдох. И на вытяжке выполните наклон вперед. А поясничный отдел должен выгибаться назад. Нет, не прямая спина. Выгнитесь вот так, бублик. Сделали из спины бублик. Сильнее, сильнее идем вниз. Поясничный отдел назад. Так, молодец, но только неправильно. Ты должна выполнять наклон головой, идя к коленям. Вот так, вот смотрите, так. Да, посмотрите. Да, бублик, не а надо почему? Низко. А нужно бубликом спину выгнуть. У меня вот такой вот бублик, баранка. Поясничный отдел должен выгибаться вверх. Юрий, если а почему? Если вы в наклоне. Все, распрямились, долго не задерживайтесь, подвигались влево-вправо. Почему да. возникают боли в пояснице? Они возникают от того, что задняя поверхность позвоночника при лордозах, а это выгибы вперед, которые возникают произвольно в течение дня от того, что мы носим тяжести и одежду, к вечеру это состояние переходит в болевые ощущения. Занимайтесь вместе с нами, и у вас никогда не будет болеть поясничный отдел позвоночника. Всего хорошего! Если вы будете заниматься вместе с нами, у вас никогда ничего не будет болеть. Увидимся. Пока. До свидания.